Добрый вечер! Спешу приветствовать вас всех на игровой дискотеке. Скоро, вернее, мы уже отпраздновали праздник День защитника Отечества, и очередь встала за нами. Сегодня мы тоже отпразднуем этот праздник. Праздник будет непростой. Он носит название «Армейские будни». Аплодисменты! Участнику, и ребята должны были подготовить визитки. Давайте поприветствуем. Ребята выходят сюда по номеркам и становятся перед девчонками. Пожалуйста, давайте. Немножко хочу сказать из истории. Впервые свое официальное название праздник приобрел в 1922 году. Тогда он был назван Днем Красной Армии Флота. Итак, каждый участник должен был приготовить визитку. Я передаю вам микрофон, пожалуйста. Участник номер один, 5А класс. Здравствуйте, меня зовут Никита. Я очень дружелюбный, люблю пошутить. Я занимаюсь на ПК «Сармат». Мы учимся дисциплине, проходим воздушно-десантную подготовку, занимаемся написанием разведчика и проходим горные полосы. И для нас нет трудностей. Оцените, пожалуйста, жюри первого участника его визитку по пятибалльной шкале. Участник номер два, 5Б-класс. Всем привет, меня зовут Игорь Ильяс, я ученик 5Б-класса. Я в школу с радостью хожу, со всеми классами я дружу. У меня много увлечений, я люблю петь, танцевать, читать, готовить, рисовать. Вообще ты, наверное, клевый парень, да? Аплодисменты, 5Б-класс! Оцените, ребята, 5Б-класс, номер 3. Привет, меня зовут Юра Савин, я учусь в 5Б-классе. Наша учитель Фатима Савиковна. Я веселый парень, да? Аплодисменты! Следующий участник, номер 4. Меня зовут Карпов Кирилл, я учусь в 5Б-классе, хожу на военную подготовку «Миротворец». В общем, я люблю почти все хобби. Ну, все. Правда, сестра команда, номер 4 и номер 5. Всем привет, меня зовут Сеня. Я хожу в хоккейную секцию и в музыкалку. Я играю на балалайке. Сейчас я сыграю «Ветры степные». Здорово, ребята, поддержим. Сейчас нам будут играть на балалайке. Это его презентация. Школа номер 13, 6Б класса. С разумной мыслью и мечтой сейчас
Ой, извините, я напутал. Слушайте, чуваки, вот абсолютно вы все, знаете, я очень крутой чувак, я очень общительный. Так что если вы хотите хорошо пообщаться, приходите ко мне, я вас не огорчу. Пока что я в школе простой ученик, а двойка мне не испорченный ученик. Учиться прилежно совсем не ленюсь, но и к знаниям новым охотно стремлюсь. Любя компьютер, футбол, борьбу, со спортом свою подружил я судьбу. Аплодисменты очень недостойны. Участник номер 9. Для начала я представлюсь. Миша, все меня зовут. Нрав мой веселый и отважный, а чем помочь, я тут как тут. Ведь Миша я, а это значит, ничего я не боюсь. Даже в конкурсе мальчишек легко на сцене я сражусь. Но только мне нужна поддержка своих знакомых и друзей. И с вами мне гораздо легче и гораздо веселей. Прошу во время выступления свои ладоши не жалеть и за меня сегодня болеть. Мальчишку и участник номер 10. Я Алексей, а может просто Леша. Мне уже 13 лет. Я послушный и хороший, и с иголочки одет. Люблю я танцы и театр. Еще люблю ходить в кино. Мы вместе играем с папой в домино. Я мамочки люблю, я всегда помочь смогу. Могу купить посуду, могу сварить. Замечательный любимец публики и ждет его успех. Е. Тяжело сходить, никто не сможет. К. Конечно, мы ему поможем. С. Дороги все ушли. Дороги все ушли. Е. Ему зовут свой успех. И. Визитка закончена, и жюри уже подвели итоги. Ну что, давайте, мы маленько застоялись, поэтому я вас маленько погоняю. Итак, я объявляю первый конкурс. Когда девочки входили в зал, то каждой девчонке я дала по одному такому поцелуйчику. Это не просто поцелуйчик, это поцелуйчик-жетон. Сейчас, ребята, ваша задача, пока звучит музыка, а она звучит совсем недолго, собрать как можно больше этих поцелуйчиков. Задание ясно? Собирают мальчишки-участники. Готовы? Девчонки приготовили свои жетоны. Даем только тем мальчишкам, которые нравятся. Три, два, два, назад. Внимание! Три, два, три, три. Участник посчитает количество жетонов. Девчонки-помощницы помогут, а мы подведем итог. Внимание! Сколько жетонов ты набрали, столько баллов и засчитывает жюри. Итак, пожалуйста. Участник номер один, выходи, пожалуйста, ко мне. Сколько у тебя жетонов? Считай. Участник номер один. 6 баллов. Пожалуйста, клади на стол. Участник номер два. Считай. 7 баллов, участник номер 2. Участник номер 3. 6 баллов, участник номер 3. Участник номер 4. 4 балла и номер 4. Участник номер 5. 4 балла. Они не считают, они честно играют. Участник номер 6. 8 баллов, молодец! Участник номер 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 баллов, участник номер 7. Участник номер 8.
8 баллов на участник номер 8. Стабильность. Участник номер 9. 5 баллов участник номер 9. И участник номер 10. 2 балла. Что у нас получается? Участник номер 7 больше всех собрал? Да! Переходим непосредственно к конкурсу. Девочки, помощницы на втором плане, а то вы уже вышли вперед. Мальчишки, так как вас много, мы вас сейчас будем делить в два ряда. Первый ряд – это участники с первого по пятый. Номера, встаньте, пожалуйста, вперед. С первого по пятый. Ребята, а вы за ними во второй ряд. Готовы. Итак, пожалуйста, давайте, вот представьте, вы попали в армию, вы защитники, да, нашего отечества, нашей Родины. Каждый участник, ну, если так получится, должен уметь сбрасывать бомбы, согласны? Вот вы сейчас тоже попробуйте сбрасывать бомбы. Итак, пожалуйста, девочки-участницы, поставьте напротив своих ребят банки, которые располагаются на столе, в конце зала. С краю, да, чуть-чуть баночку надвиньте. Итак, это место сброса бомб. Это понятно? Что за бомбы-то такие? Вот, сейчас я вам их дам. Слушайте внимательно. Каждая помощница сейчас в руки получает по 3 минимальные бомбочки. Вот такой. Ваша задача держать бомбочки между колен, добивать до банки и попасть, соответственно, в цель. Понятно, да? 3, 2, 1. Начали. Спасибо. Следующий участник номер 2.
Давай мне листочек. 3, 2, 1, начали. Так, мне листок. Готов? 20 секунд, время пошло. 3, 2, 1. Нет, громче. Нет. Громче, ребята. Нет. Показывает команда участника. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Готов? 3, 2, 1, начали! Что это угадываете? Зарабатывайте бал. Нет. За собой платок. Помощница подсказала, увидела листочки. Засчитываем четвертому участнику 1 балл. Номер 5. Подходим ко мне. 3, 2, 1. Участник номер 6. 3, 2, 1. Давайте.
офигенно. Правильно? Остальные по 2 балла. Спасибо, ребята. Как? Когда ворона сидит,
собака за ней наблюдает, и такое есть выражение, что она следит за ней, то есть на хвосте у нее. Логика безупречная, но ответ неправильный. Правильный ответ, куда пошел? Лимон. Собака сидит на собственном хвосте. Правильный ответ. Бери и улыбайся. До конца. Молодец. Ой, хорошо. Так, следующий участник, номер 8. Вопрос. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? Нет, когда дверь открыта. Бери лимон. Так, в номинации ты сильный.